В рамках проекта «Безопасные дороги» депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход работ на трассе А-107 в Звенигороде. В настоящее время на участке идет замена асфальтобетонного полотна на площади 24 тысячи квадратных метров. Завершение работ намечено на конец октября. Помимо этого, парламентарий проинспектировал строительство детских площадок в рамках проекта «Городская среда». Всего 5 объектов – в Больших Веземах и Лесном городке. Единорос отметил, что работы ведутся с опережением графика, но это никак не отражается на качестве. До наступления серьезных заморозков детские городки должны быть полностью готовы.